Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Как минимум раз в год у тебя есть повод. Есть столик. Когда удалил друзей, вот такая вот движуха намечается. Они хотят тебе исполнить. Выпить за тебя, спеть тебе и исполнить. Нормальная тема. Это можно себе позволить. На самом деле я удалил друзей, потому что... Да, я понимаю. Почему? Потому что я открываю канал на YouTube через 2 недели, и мне сказал агент, чтобы я почистил друзей, оставил там лишь медийных персон и близких себе людей. Близких себе людей я тоже вскрыл из друзей. Упс-упс, привет. Тебя я тоже оставил, Ань. Я удалил 7 тысяч друзей, надеюсь, вы не обиделись на меня. 3,5 тысячи. Да, смотрите, 3,5 тысячи, у меня 200 друзей. У меня 239 друзей. Видимо, я тогда не до конца дочистил. Не, все бодро, чуваки, все ровно. Отписался, так отписался, дело твое. У меня будет коллаб, и мне написалось не огромное количество блогеров сразу, то, что я почистил друзей, типа, это круто. О чем канал будет, увидишь, чуваки. Те, кто ждал обработку. Не, часы не таскаю. И высокая планка. Принципиальный тип, но не в рамках. Фотки будем обрабатывать, нет? Нет, не об обработках. Со мной коллаб будет снимать Ян Гордиенко. И крутые чуваки. Даже с Катей Клэп хочу снять коллаб. Тысячи и сотни. Эти суки пищат как пейджер. Мне нужна сука на рейнже. Че, давайте посмотрим. Бакарди, и мне плевать, как тебя зовут. Вот моя группа. Здесь мало народу, но я могу научить вас. Да, ребята, из Чебураш тоже. На чем мы тогда остановились, то, что мы не обработали фотки, я забыл. С новый сезон открытым. Мистер оригинально, а не наподобие. Веско.